первым делом полетели сюда. Плюс, конечно, мы немножко боимся, что будет вторая волна, и в сентябре уже никто никуда не полетит, и опять будем сидеть в России, и мы не хотим упускать шанс отдохнуть на море. Смотрели обзоры и поехали именно сюда специально. То есть мы будем отдыхать в Люденизе, нам очень понравилось, как это все описывается. Говорят, здесь очень шикарные пляжи, первый раз в этом регионе. И очень хорошие. В этом регионе нет, не была. Я была в Анталии, была в Алании. В общем, ну, сейчас же мне сложно оценить вообще то, что я увижу. Наверное, мне надо сначала сейчас выйти и посмотреть, что будет, какие меры безопасности будут предприняты. Пока все нормально. В общем-то, как везде, все в масках, персонал в масках. По возможности, конечно, нужно контролировать, чтобы люди тоже как-то себя берегли, тоже в масках ходили и обрабатывались санитайзерами какими-то или что-то такое. Ну, в общем, так вот.